вечер, дорогие наши и любимые, конечно же, зрители. Ну, мы очень рады видеть вас в этот день в нашем любимом местечке клуб Алексея Козлова, в котором мы относительно регулярно играем нашим камерным составом. Вы знаете, я сейчас подумал о том, что вот такие концерты, когда приходят немного публики, они имеют по-своему тоже определенную ценность. Я бы даже сказал, большую ценность для вас, зрителей наших, потому что вот вся та энергия, вся ту энергию, которую мы собираемся источать в течение концерта, вам достанется намного больше на объеме, нежели если бы тут было очень много. Вот. И нам, конечно, это тоже по-своему приятно, в любом случае мы рады вас видеть. И постараемся сегодня доставлять вам очень хорошей и творческой вот этой энергии. Мы вышли вдвоем, и я думаю, что человек, который вот за барабанами не очень-то нуждается в представлении, но я не могу вам его не представить, поскольку это мой любимый музыкант и партнер Петр Ипшин. И мы начнем сегодня с ним дуэтом нашу композицию совместную, которую, в общем-то, которой частенько мы начинаем наши концерты, как-то она очень так закрепилась для этого и подходит. Пьеса называется «Ноктюрн». Thank you.
Ну, приглашаю нашего третьего участника нашего огромного коллектива, Виктор Шестак, Глобас. Тоже гений, конечно же, с которым мы не так давно играем, но уже, мне кажется, уже целую жизнь, поскольку когда уже один концерт проиграешь, это уже как-то за несколько лет. Виктор Шестак, вот этот прекрасный Глобас. Мы сейчас сыграем пьесу, которая называется «Дежавю». Thank you.
Мы сейчас играем прелюдию номер 4. У нас есть уже целый цикл прелюдий, их всего 4 как раз, и это четвертая. Thank you.
Мы, наверное, сейчас сыграем нашу новую пьесу. Совсем мы ее недавно сделали. Она имеет такое некое образное название. Она называется «Время назад».
спасибо. Петр Левшов. И Виктор Шостак. Спасибо, друзья. Мы сейчас сыграем более тихую композицию, еще записанную на нашей первой пластинке, которая здесь продается, кстати, она называется «Никитский бульвар». Но это было давно, но тем не менее, музыку мы оттуда иногда вспоминаем и играем немножко уже по-своему. Это будет приведение на горло.
Большое спасибо. Наверное, сейчас, да, мы сейчас сыграем еще одну не так давно написанную пьесу, которую мы обещаем уже всем, что войдет в состав нашего будущего альбома, композиция, которая называется «Reflection», «Отражение».
большое спасибо. Я думаю, мы сейчас чуть-чуть опять изменим состав. У нас тут немного вариаций. Мы сейчас останемся опять дуэтом. Но на этот случай вместе с Витей. Виктор Шестак, кстати, контрабас. Мы прям совсем недавно записали одну композицию вдвоем, которую якобы так посвятил одному из моих очень любимых сейчас вокалистов. Его зовут Грегори Портер. Мы даже сняли небольшое видео на эту пьесу. А песня называется «Song for Gregory». Это инструментальная совершенно музыка, но как бы написана немного в стиле вот его музыки. Хотя, может быть, и не очень его, но это и не важно. Главное, что просто она под впечатлением от его вот как бы стилистического такого направления мы ее сделали. И вот сейчас мы ее как раз вдвоем с Витей сыграем. И если кому-то будет интересно, разыщите ее. Мы выложили ее не так давно в Facebook, она называется «Song for Gregory». Она на записи получилась очень неплохо. Кстати, я хочу, вот пользуюсь этим самым объявлением, вам сказать, что если вам нравится звук, который в этом зале, то это вся заслуга Алексея Белова, который где-то здесь бегает. Ну, вот он нам вообще очень в жизни помогает и все наши хулиганства записывает и вообще помогает нам притворять в жизнь. Вообще без звукорежиссеров как бы обычно ничего не слышно. Вот. А Алёша нам очень помогает. Ну, в итоге мы сейчас сыграем композицию, которая называется «Song for Gregory». Thank you.
спасибо. Ну вот, и сейчас как раз Петя очень к месту, поскольку мы сейчас сыграем композицию, которую написал именно Петр. Вот как-то принес Петя нам эту пьесу, и мы сразу ее решили играть, поскольку она идеально нам подходит и по стилю, и по музыке. Прекрасная музыка и мелодия, которая называется «Ноябрьская песня».
Я Тариша, автор. Дорогие друзья, мы сейчас, наверное, сыграем большую такую общую цельную композицию, состоящую из нескольких пьес, и ею, наверное, и завершим наш концерт, поскольку, боюсь, она получится не очень короткой. Но, знаете, мне сейчас пришла идея сыграть пьесу, которую я, честно говоря, не очень-то как бы в последнее время играю, поскольку поднадоела, но что-то сейчас как-то она вдруг, я думаю, мы ее сыграем, потому что, правда, давно не играли. Это наша пьеса с первой самой пластинки, которая называется «Танец звезд». Вот. А потом мы сыграем одну из тоже наших прелюдий, которая называется, так и называется прелюдия. А вот закончим мы все большой пьесой, которая называется «Аура». Ну, мы объединим все это в одну такую сюиту и в общем-то, мы начинаем. Thank you.
Спасибо большое, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Я хочу вам еще раз представить моих гениальных партнеров. Виктор Шестак, бас. Петр Ильшин, барабан. Меня зовут Дмитрий Лугин. Спасибо, мы всегда ждем вас на наших концертах. Скоро у нас выходит альбом, я надеюсь, и мы всячески работаем над этим и стараемся вас радовать. Спасибо, друзья, нам было очень приятно играть.